Сали кромсали. Ебучая двойственность. Сали и кромсали. Ладно, все, фантазия. Успокойся. Как люди работают в этой больнице? Если бы я, будучи доктором, зашел в эту палату, я бы не то что создал кирпичный завод, я бы побежал со скоростью флэша. Меня зовут Барри Аллен, и я самый быстрый человек на Земле. Меня зовут... Дебил, блядь! О, мужик, здорово. Ты не мой сын. Мой сын не убийца. Я убийца? Это у меня пол ебать не хватает, а в остальном все в принципе нормально. Ух ты ж, блядь. Все же придется открывать завод, я так понимаю. В каком доме? С коробками, что ли, познакомиться? Комната сала. Так, стоп. Фантазия, успокойся. Сал это пацан. Брайан, посмотри, что я выиграл! Вау, за что ты это выиграл? За лучшую свинью на конкурсе. Стоп, ты вырастил свинью? Еще как! Самую генетически улучшенную свинью в конкурсе. Боже мой! Да, он просто что-то, не так ли? Это что, кулаки? Конечно! Покажи ему, свин! Дядя, вы из какого стриптиз-клуба? Это что за усы? А вы полицейский, извиняюсь. Но, значит, вы работали... Бан. Бан. Бан, блядь. Бан, нахуй. О, бомж. Расскажешь историю? Ебнуться сверхъестественный бомж. Етить, твою мать! Это ж чудо! Не меньше! О, Габен, я тебя нашел. Здорово, давно не виделись, братан. Чё там по стиму? Артефакт подешевеет или нет? У, сука. Ух ты ж, ёбушки-воробушки! Да, блядь. Поэтому я не играю в хорроры. Фу, блядь, ну ты дурак! Что за пи***? Разработчики, красавчики просто. Ладно, ладно, погнали дальше. Что за шпионаж? Ну вот, разве не злюка? Не, ну а что вы здесь необычно увидели? Во всех домах такие же унитазы, которые ведут в подземелье, а в подземелье живут единороги. Шикарно! Заебись! Жалко, что мне... Так, после такого, а, тянет блевать, б, начинаешь бояться унитазов. Какого хуя? Стошнило бы, да конструкции не позволяет. Еще раз задам свой вопрос. Это какие препараты нужно жрать, чтобы вот так вот штырило? Это пи***ц. Это просто пи***ц. Я думаю, мне после этой игры стоит проверить свои нервы. Они вроде бы как бы до этого были расшатаны. Но после этого я думаю, что я побегу в психбольницу в припрыжку под радугу. Срать хотел, но досмотрел. Прям Жиза описывает еду в столовке. И как всегда есть человек, который будет сидеть и это жрать. Вот прям не то, что есть, он будет это жрать. Бонжи. У всех, кто идет в этой столовой, реально офигенный походу аппетит и... Какого ху... Фантазия, иди на... Это просто дружеское любодействие, так скажу. Мадам, вы ебан... Прыгать в вентиляционный люк. Я думаю, это нормально. Это... Много материться стало. Не, она точно ебанутая, потому что вначале говорила, что мы виноваты, а теперь ищет доказательство, что мы не виноваты. Теперь нас казнили. Заебать. Продакшн. И на этом, наверное, все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Пес. Кстати, что насчет по этой игре? Думаю, это офигенная игра. Мне пришлось убрать достаточно много моментов, которые... YouTube может кинуть 18+, но... Ладно, поставим 10 из 10. Так,
Кстати, в субботу и где-то в воскресенье будет стрим. В группе, кстати, ВКонтакте чекайте, там ссылочка в описании, подписывайтесь. И на рассылку тоже. А с вами был Пес. Ставьте лайк, пишите комментарий. До скорых встреч. Пока. Whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She got a body like a coke thing. Likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away.